Shine bright Друзья мои, всем привет! Вы на канале Виктория Лит. Сегодня будет видео на релаксе. Сегодня будет 3 часа уборки. На эту уборку я потратила ровно 3 часа. И она будет как вызов самой себе, потому что у меня было такое настроение, знаете, что ты лежишь, не хочешь вставать, не хочешь ничего делать, но все равно делать надо, потому что понимаешь, что у тебя полный бардак, у тебя какой-то в последнее время случился сдвиг в голове, и ты не хочешь ничего делать. У тебя как обрубило, и ты не знаешь, что с этим делать. И вот сегодняшняя видео для меня честно сказать вызов самой себе потому что а, я просто начинаю это делать на автомате а потом бац в, втягиваюсь и мне уже становится потом легче потому что я потом вижу все и у меня в последнее время немножко поменялся подход к уборке потому что раньше она была более поверхностная да а сейчас мне кажется я уже стараюсь как-то более это сделать качественно что ли потому что я сегодня стены прорту и кровать, и полы сегодня буду мыть руками, потому что я так плохо... У меня вообще плохое зрение, я плохо вижу. Поэтому я, мне так будет удобно и тактильно это понятно, где какие пятна. А, поэтому сегодня будет такая о, очень о, глубокая уборка во всей квартире займусь тем, вот, чем я за сегодня хотела заняться, но по факту получилось, конечно, немножко не до конца. Сделаем в следующих видео. И сегодня такое видео в первый раз за всю, наверное, историю канала, когда у меня снято на ускорении 5 раз, а до этого я всегда снимала на 10. И мне кажется, такие видео как раз будут более живыми что ли, потому что а то я бегаю, я понимаю, что я бегаю там, у меня уходит 10 минут на всю комнату, хотя я там бегаю как не знаю кто, а на самом деле все происходит намного медленнее, чем вам кажется, и намного сил больше затрачено, и в такое э, ускорение, мне кажется, будет более понятно и более, более понятны какие-то моменты, допустим, то, что где-то, возможно, я устала, и поэтому хочу с вами этим делиться более живым исполнением уборки, а не то, что там на автомате, как какой-нибудь заведенный солдатик бегаешь. Нет, в этот раз все будет по-другому, я хочу попробовать новый формат, чтобы было все длиннее, понятней, спокойней, и, возможно, кому-то это тоже понравится. Обязательно ставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Со мной, как всегда, мой ассистент Пушок. Я сейчас загружаю сразу белье, чтобы не, не тратить время, пока я закончу со спальней, потому что я предпочитаю сначала доубирать одну зону, потом идти в другую зону. А, сначала я выбираю кровать, если смена постельного белья, потом зона с игрушками, зона с полами, где игрушки, а только потом уже а, ковер и так далее, и так далее, и вещи, и подоконник, и только потом вот этим вот всем занимаюсь. И вообще сегодня у меня получается будет что? Сегодня я сделаю дела, которые не хотела делать давным-давно я могла это видео разделить на два видео напишите как вы хотите вы хотите более длинные видео или более короткие видео а, мне будет интересно то что я в принципе могу выпускать и более сжатом формате и также могу выпускать полноценную уборку всей квартиры за которое время потрачено очень много естественно но это уборка во благо всех потому что я обожаю процесс уборки, когда ты, им, когда ты этим занят, а не когда ты только собираешься и не можешь встать, только потому что тебя противно это слово даже уборка. Вот. Ну так вот, что мы сегодня с вами делаем? У меня сегодня какие задачи? Полностью убраться в спальне, потом я хочу разобраться с коробками из-под обуви, хочу разобрать обувь, потому что я сказать сказала, а убрать не убрала, плюс там огромная гора вещей, и также сегодня приготовим ужин, в принципе, сегодня будет такое лайтовое видео, но для меня оно много значит, поэтому обязательно поддерживаем мой канал, мне будет очень приятно. Решила сейчас не заправлять пледом, потому что я понимаю, что дети приходят с садика, они сразу плюхаются в кровать, сразу мы все переодеваемся, и верхнюю одежду, которую они носили на улицу, мы сразу же вешаем на вешалку, если она чистая, на ручку дверную. Мне так удобно, потому что дети с утра уже, считай, собраны, я то же самое делаю с собой, и вся одежда, все три комплекта всегда у меня висят на ручке, поэтому одежды лишней нету, которая плохая, отправляется в стирку, в корзину с грязным бельем, вот, и поэтому, не знаю, мне сразу все чистые приходят, и сразу мы кушаем. И потом валяемся, смотрим мультики, играемся обязательно. <coughs> И сегодня я достала, девчонки, контейнер, который купила с вами вместе. Я думаю, вы помните, в фикс-прайсе стоил он 250 рублей. Я его хотела использовать для других целей, задачи, для раскрасок, там, для всяких, для творчества. Сейчас я решила его использовать, попробовать под лего. И, девчонки, это просто бомба. Он подошел так идеально. Я собрала практически почти все лего с квартиры и таскаю теперь его туда. Это настолько удобно, то что там чисто лего лежит. И теперь у меня в голове засела мысль, что я хочу купить более маленький контейнер и сложить туда, допустим, маленькие машинки. А хочу купить какой-нибудь тоже контейнер, чтобы сложить не какие-нибудь игрушки, Какие-нибудь мягкие игрушки, также машинки мелкие какие-нибудь, какие-нибудь нелега, не лего, как это, kinder-сюрпризы, хочу этим заняться. И у меня какое-то огромное такое желание появилось, и я разгрузила всю свою квартиру, потому что, понимаете, обычно, как мне дети играют, они берут игрушки и бегут сразу во все комнаты, и они их там оставляют, могут принести еще, и выходит, что у меня в спальне, допустим, не так много игрушек, возможно, а во всей квартире их полно, поэтому приходится собирать потом если встречу где-то собирать обратно их уносить, поэтому здесь, конечно, не всякое не все количество игрушек, которые я смогла найти, но ничего страшного. Пушок мне в этом активно, как всегда помогает. Чувствует он себя просто прекрасно. На днях купила ему Феликс сегодня вам покажу в магните сейчас, если кому надо акции, он стоит 14 рублей. Я решила его попробовать. Мой кот одну пачку с треской скушал с удовольствием. Ему очень понравился желе очень приятный для него оказался. Девочки, вот такой результат у меня получился. Я просто огромная, счастливая, довольная, что можно вот так вот сложить игрушки Лего. И теперь мне нужно найти а, поменьше контейнеры и сложить туда маленькие машинки, маленькие детальки, вот что-то типа того. Хочу сделать, девчонки, не зря я взяла. Хотя я взяла вообще для другого, но все равно, мне кажется, для Лего просто шикарный контейнер из фикс Вот. Буду хранить в шкафу. Вкус. И Я теперь каждый раз, когда э, тестирую новый корм, постоянно смотрю на его реакцию, на его запах. И также смотрю состав, потому что э, мне интересно содержание вообще белков, жиров, углеводов, э, что там еще, таурин, витамин А, витамины всякие. Читаю составы обязательно и делаю для себя выводы. Допустим, на, на сегодняшний момент я пробовала 4 корма для кошек. И это Фрискис, это э, Китикет. Это вискас и теперь Феликс. А, на данный момент я не читала состав Феликса и, Кит... и китикета и не сравнивала их, но а, я обязательно это сделаю и вам потом обязательно все расскажу. А, Китикет мне не понравился, вискас мне не понравился. Жидкий корм я говорю кошачий, и мне понравился вот фрискис. Я все равно на нем останавливаюсь, хоть он и стоит бюджетный, я не из-за цены его покупаю, а просто потому что мне нравится, как он пахнет, как кот после него пахнет, а также мне нравится как э, но он его кушает потому, поэтому я чисто на нем останавливаюсь пока что а так дальше посмотрим что будет посмотрим феликс мне в принципе тоже понравился вот посмотрим что будет и теперь давайте немножко поговорим про мое зрение я в первый раз в этом решила рассказать в общем девчонки когда я училась в школе я много сидела за компьютером близко тогда были старые старые мониторы и я тогда очень сильно посадила себе зрение да, знаете, была игра Sims, я круглыми сутками смотрела, когда были аниме, когда были дорамы, когда были манги. И я все читала, все изучала, все смотрела, тратила весь день не на домашние задания, а, а на просмотр, на игры, на всякую фигню, честно сказать, сейчас. Я бы уже сказала, кстати, сейчас решила отмыть батареи, Почему-то она мне не понравилась, мне не понравилась зона за батареей, потому что мы когда сливали воду с пятого этажа с батареи, у нас немножко капало, и только сейчас я до этого додумалась, что надо было протереть стену тоже. Вот, сегодня буду все протирать, все хорошо убирать, и мусор заодно потом его вместе с вами выкину. Так вот, о чем я говорю. А, у меня было отвратительное зрение, мне поставили миопию, у меня была, ну, у меня была близорукость, и из-за этого я со скольких, девчонки, с где-то 15 лет или с 12, я сейчас не помню, где-то вот в таком периоде я начала носить очки, мне не нужно было постоянно носить очки, мне нужно было носить только за учебой. Я всегда сидела на самой последней партии и, естественно, не видела, что там впереди. Но я их как носила, знаете, у нас не было такой проблемы, чтобы там над очкариками смеялись. Наоборот, у нас считалось в школе, в классе, что это самые умные люди, которые носят очки. Поэтому я всю жизнь хотела ими завладеть, хотела их одеть, хотела, чтобы они у меня были. Возможно, из-за этого специально я пыталась испортить себе зрение, чтобы мама мне купила очки я пошла, выбрала себе оправу и ходила в них. Вот, и когда настал тот час у офтальмолога, то, что ты должна носить очки, я пищала, можно сказать, про себя от восторга, маме не показывала, но так было на самом деле, и я очень была рада то, что я наконец-таки могу носить очки, что мне их купили. Ну вот, девчонки, сижу я на последней партии, сижу в очках, сижу довольная, но на улицу я ходила уже без них. Вот И спустя время, спустя беременность, спустя учение в техникуме э, я училась и в техникуме и их почти не носила. И с того времени я перестала застрять внимание на своем зрении и просто перестала носить очки. Я не знаю, какое оно мне сейчас, но когда я была беременная, получается, я отучилась, забеременела и встала на учет с Юркой в животике. И, получается, у меня там посмотрели зрение, все время была э, немножко плохое потом с максимкой когда я забеременела у меня настало идеальное зрение сейчас я не знаю насколько оно хорошее плохое но я понимаю что я смотрю вдаль я плохо вижу мне все расплывается в глазах если там читать какие-нибудь номера вдали Цифры, буквы, все это дело, немножко расплывается. Вот. И я в последнее время, как-то, знаете, ну, проходишься этой, этой шваброй, я не вижу какого-то результата. Близко смотрю, вижу, что там какая-то грязь. И я ее могла не заметить. А вот когда я мою полы руками, в последнее время я так часто делаю на кухне, потому что мне так удобно, я не хочу нести за ведром, не хочу все это делать. Я хочу просто, вот сейчас, по факту, кто-то что-то пролил, кто-то что-то уронил, быстро подмила помыла полы. То же самое в коридоре я стараюсь делать. Поэтому, девчонки, я потихоньку перехожу на мытье полов руками. Мне сейчас так удобно. И я, по крайней мере, вижу вот вблизи свой пол. И пол у нас, кстати, девчонки, чистый. Когда я уже помыла Просто у него осталось после ремонта какие-нибудь пятна а, краски, потому что у нас крашены стены, крашеный потолок, поэтому немножко осталось. И вот, я хотела вам это сказать, то, что он не такой идеальный, конечно, если будет у нас лежать ламинаты и будут обои не грязные, стены, хоть и я их помыла, но они все равно грязные, потому что там остаются пятна. Я буду довольна и буду на одну проблему в голове, у меня станет меньше. А сейчас у нас будет история про утюг. <laughs> утюг, а не чайник. Последнее видео вы, наверное, девчонки дико ржали, потому что я уже, наверное, раз то сказала, что это чайник, хотя это утюг. Я это зря сказала, потому что, в общем, слушайте. Я рассказала мужу, что его надо разобрать, прочистить и посмотреть, что там внутри, в утюге. Вот. И он разобрал, он матерился. Это ужас, потому что он в первый раз разбирал этот а, утюг и ему было интересно самому это посмотреть, что там внутри, но когда а, что-то там не подходит, какой-нибудь клапан для воды, конечно, это очень сильно напрягало. В общем разобрала, но потом начал на меня ругаться за то, что он был идеально чистый, там не было вообще ткани никакой. Я поняла с того момента, что им практически вообще никто не пользовался, он был идеальный. Я запорола, девчонки, идеальный утюг своей лимонной кислотой, поэтому если смотрели последнее видео посмотрите до конца и нельзя было оказывается этим заниматься нельзя утюг чистить лимонной кислотой лучше средствами которые специально подходят для утюгов, также карандаши для утюгов, я слышала, есть, и заполнять воду дистиллированную, желательно. Вот, обязательно нужно это делать, и Пушок со мной тут играет, решила вам показать, какой он длинный стал, какой он большой стал. Продолжаем. Собрал он утюг, и мы его включили на воду, сразу поставили, попробовали, и он начал Поливаться ошметками накипи. Очень много накипи, он течет грязью. Поэтому пока что, без вариантов, пока что я осталась без утюга. Надо идти в магазин, потом смотреть. Я планирую это сделать либо а, на днях, либо со своей зарплаты, когда она придет. Я надеюсь, что а, я его выберу. Я уже посмотрела в Эльдорадо цены, цены до да, 3000 можно спокойно выбрать хороший утюг, который будет с а, вертикальным отпариванием, что я хочу для штор использовать также для одежды, когда мы выходим куда-то. И также, естественно, паровой утюг я хочу вот. И поэтому вот такая вот история с утюгом. Начинаем, продолжаем дальше. У меня вечером сломался вчера... А нет, вчера с утра у меня сломался чайник. Он его также начал вчера разбирать. Разобрал чайник и понял, что бац, вот так вот попробовал, не получилось, не работает. Попробовал по-другому, не получилось, не работает. Он психанул, говорит, выкидывай этот чайник. И поэтому мне теперь еще Ему попали на чайник. Поэтому чайник нам по-любому надо выбирать. Я уже два дня кипячу воду в черном своем ковшики И надеюсь, что совсем скоро я его выберу. Свой прошлый вот этот чайник, который я использовала в видео последний год. Я покупала в Магнит Косметики. Там была скидка и, по-моему, акция какая-то была, 15 число, возможно, Ксения, кстати, тоже 15 число. Я планирую заглянуть в Магнит Косметик, посмотреть, какие там скидки, ак акции, распродажи. И, возможно, что-то прикуплю, вы увидите это уже в следующем видео. И мы покупали его за 890 рублей, Синтек, мне тогда понравился просто черный лаконичный чайник, который справляется со своей задачей. Для меня вот сейчас, допустим, год отслужил чайник, хорошо. Хоть я его мыла постоянно, последний раз я его мыла с лимонной кислотой, возможно, это повлияло, то что последние а, полгода я его чищу 100% уксусом, и мне нравится вот такой результат, а возможно лимонная кислота, -то, возможно тоже как-то повлияла, что-то там конкретно растворила, и надеюсь, что ну не знаю, надеюсь, ск скорее всего скоро я выберу все это, и вот девчонки, последние наши закупки в каре, мы покупали много обуви, также у меня постирано много кроссовок, много сандалей, и сейчас мы быстренько все вместе с вами разбираем, а, мы купили новый роутер и я убрала старый мы решили его оставить пока он рабочий не выкидывать я убрала его в контейнер от нового роутера также туда положила коробку от своего нового телефона и убрала это все на хранение в шкаф в коридоре. У нас вся обувь сейчас хранится там, все коробки вот эти я все храню там. И мне там удобно, и поэтому сейчас я разбираюсь с хранением, потому что я понимаю, что э, обувь стоит э, как-то некрасиво, неудобно, некомфортно, когда столько пакетов было после того, как я купила телефон, и столько коробочек, я очень много всего выкинула в этот день, и много чего я э, разобрала, и теперь лежит все на своих местах, и от этого я просто, девчонки, получаю восторг, когда я выполняю какую-то свою задачу, которую я поставила в голове, и наконец-таки я ее сделала, и для меня это прям вау, для меня это прям круто. И я считаю, что неправильно себя обесценивать, я должна получать удовольствие от того, что я делаю, и для меня моя награда, допустим, это результат и галочка в моей голове, которая это совершилась. Вот, у меня осталось две коробочки, которые тоже потом пойдут под хранение какие-нибудь кроссовок, потому что у меня осталась одна пара кроссовок, у мужа осталась одна пара кроссовок. И также мне нужно навести порядок потом на кухне, в шкафчиках. А пока что мы просто поменяем белье и разберем сушилку, загрузим новую партию. Буду менять, всё, сегодня стирать две партии белья. И сегодня я решила заправить кровать по-новому. Пишите, как вам. Мне кажется, я прям гений <laughs> уюта, потому что мне очень понравилось, как я все это сделала. Прям очень красиво получилось. Прям как будто ты заходишь, и там прям как будто картинка с интернета, а не как будто твое жилье. Это очень приятно видеть такую картинку у себя дома. Это прям вау для меня. По поводу постельного белья давайте расскажу. У меня здесь одеяло из кашемира, с василька, но прям толстое, толстое, зимнее, зимнее. Мы спим под ним уже, считай, год. И мне очень нравится оно, но если у вас, допустим, так же топит батареи, как у нас, то, естественно, под ним будет жарко. Оно больше подходит, наверное, такое, знаете, когда нету отопления, когда уже прохладно. Вот тогда оно будет супер, или прям на лютые морозы. А так, в принципе, мягкое, приятное одеяло, пушистая и я довольна по поводу подушек в последнем заказе я вам рассказывала что я взяла две подушки одна из шерсти яка другая золотое руно так вот прошло а, какое-то количество времени недели две как мы на них спим хочу вам дать свой отзыв я же обещала вам рассказать сейчас расскажу шерсть яка подушка девчонки я на ней вообще спать не могу для меня она настолько твердая что я не могу про прогнуть голову чтобы она была в комфорте Форма положении. Вот. А для мужа она идеально оказалась. Понимаете, если у вас мужья любят жесткие подушки, твердые подушки, большие, упругие, набитые, тогда шерсть яка прям для вас. Потому что мой, мой муж оценил. Я уверена, что другие мужики тоже оценят, которые любят жесткость э, высокую. Я не особо. Вот. для меня очень понравилась подушка золотое руно. Действительно, бюджетный вариант. Но когда я меняла постельное белье, я заметила один нюанс, который хорошо бы заметить было раньше. Раньше, но я про него просто не знала. Можно узнать только, когда чем-то попользуешься, поиспользуешь. Только потом можно дать какой-то положительный или отрицательный отзыв. Единственный момент, который мне не понравился, по упругости все хорошо. Она средней жесткости, несов... она не супер мягкая, она не супер жесткая. Она удобная комфортная для меня. Вот. Единственный момент, который мне не понравился, это то, что из него лезет шерсть. Лезет шерсть, как будто, знаете, такие волоски от кошки, да, например. Но возможно и есть. Он как раз в верблюд сыпется. Я не знаю почему, но вот когда я заправляла а, подушки в наволочку, как раз вот в этот момент, когда я снимала, я видела прям шерсть. А, может спасти, я так думаю, на матра... не на матрасник, а на перник. Вот в этом случае. А так, вот, единственный момент, который мне не понравился. Вот дала вам отзыв. И вот так выглядит кровать, о чем я вам и говорила, для меня это очень красиво. Сейчас быстренько загрузим новую партию. Я быстренько уберусь на столе. И пойдем мы с вами выкидывать мусор, а потом придем, будем убираться на кухне. Будет на зона кухонная уже. Будем готовить ужин и будем убираться. The walls I built for myself, right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive! Just you and I. Сейчас я плавно перебираюсь к зону на кухне, к зоне на кухне, а потом бегаю уже за детьми. На самом деле прошло достаточно много времени, и я сейчас буду все пересортировать перебирать, пересматривать кукурузные палочки сразу в пакетик, потом, когда я решу им выдать их, потому что мы в основном только игрушками игрушки забираем оттуда, потому что там очень классные игрушки попадаются, и в основном из-за этого и покупаем. А когда у нас есть настроение покушать, уже их я просто высыпаю все. В какую-нибудь миску. И у нас такой маленький десерт получается. Вот то количество феликса, которое я взяла, она пробована. И быстренько все убираю, потом помою виноград. Мы недавно взяли виноград, я недавно приготовила попкорн, но попкорн нам как-то не зашел, мне немножко даже пригорел. Мне вообще не понравилась идея с домашним попкорном почему-то, только я не что-то не так сделала, то ли он какой-то не такой. В итоге мне не понравилось. Вот. И потом помою виноград и положил его а, за стол. Now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you. Наливаю остатки борща, чтобы приготовить кастрюлю к тому, чтобы варить спагетти. Мы доели борщ. Получился очень вкусный. И сегодня мы с вами вместе будем готовить жарить курицу с грибами. Я сегодня взяла шампиньоны. и так соскучилась по грибам. Девчонки, вы себе представить не можете. Они такие вкусные. Их добавлять буду остатки сметаны. И получится такой довольно вкусный, жирненький аппетитный соус. Как раз в спагетти будет очень вкусно. Вот. И вы вы же помните, возможно, кто меня смотрит давно, что я недавно спалила свою сковородку, когда жарила борщ, и мне так было ее за нее обидно, жалко, досадно. Потом я попробовала прокипятить содой, я поняла, что это не подходит, это не решает проблему, и в итоге мне придется с ней распрощаться. И в итоге у нас минус три вещи из кухни. Но получается, из-за какой-то такой, такой крупной техники, которую нужно заменять, сковородка, чайник, утюг, девчонки. До чего я докатилась, я себе представить не могу. Но, в принципе, знаете, не бывает ничего вечного, поэтому этого стоило ожидать нет нет ничего такого плохого надо все менять но я почему-то такой человек который вот знаете привыкла к каким-то вещам вот я их обожаю вот я их люблю и не хочу с ними расставаться даже на что-то новое менять а когда покупаю уже тогда уже совсем другой разговор и я только рада что и совсем нет сожаления потому что есть замена когда нет замены конечно хочется чтобы она была вот. И я недавно вспомнила совсем, что у меня есть, оказывается, еще одна сковородка, которую я перестала пользоваться, которую мы покупали еще на прошлой квартире в другом городе, когда мы жили ей уже два года. И я ей когда-то перестала пользоваться практически, потому что мне казалось, на ней тогда пригорало все. Сейчас я ей попользовалась, девчонки, она огромная, это тяжелый вок, 28 сантиметров, огромный тяжеленный. Покупала в магните, мы тогда в гипермагните закупались посудой, э, какими-то товарами для готовки, ножами, половниками, всем, всем, всем. У нас тогда чек вышел аж на 8000 тысяч, мне даже было об этом давным давно видела. Если что, пишите, оставлю ссылочку. Вот. И у нас тогда была вот эта вот сковородка тоже. Мы ее купили вок и сегодня я попробовала психанул, попробовала давай приготовлю, потому что я хотела расхламлять и а, как-то она мне лежала, вроде она хорошенькая такая, красивая, очень в кадре она смотрится и мне просто не нравилось, как она жарит. В этот раз я попробовала, девчонки просто все шикарно пожарилось, потушилось, нет вообще никаких проблем. Единственный момент то, что он тяжело, действительно много места занимает. А в качестве приготовления пищи она мне понравилась и я очень рада, что про нее вспомнила. Так что, если что-то уходит, что-то новое приходит, даже забытое старое. Я очень рада, что у меня нашлась хоть какая-то замена. Конечно, мне нужна все равно сковородка, которая чуть-чуть поменьше. Я хочу там 26 см какой-нибудь взять, около того 24 потому что есть у меня совсем маленькая сковородочка. Хочется там что-нибудь побольше, чтобы она была вот средней между этой и совсем моей маленькой. Поэтому надеюсь, что совсем скоро у меня получится взять. И я буду рада, и наконец-таки у меня будет все. Но ну, я рада, что наконец-таки открыла эту сковородку для себя заново. Потому что э, мне она понравилась, как служит. И верой и правдой, надеюсь, мне прослужит еще хотя бы годик. Блюдо достаточно простое получается. Я сначала обжариваю лук, потом обжариваю курицу до готовности. Потом конвейерным способом сразу нарезаю грибы. И быстренько крашу их мелко, и потом тоже за засовываю все это в мой вок. И, кстати, он такой реально красивый, очень мне нравится. И быстренько потом протушиваю грибы, когда вода почти вся испарилась, засыпаю соль, сметана, разбавляю немножко водичкой. И, в принципе, блюдо готово, и без заморочек. И очень вкусно. Но для разнообразия иногда можно, когда одна курица надоедает, иногда можно и такое тоже приготовить. Feelings Девчонки, ну что, вот такой у меня вкусный ужин получился. Сразу собрала тормозок, добила все спагетти, которые у меня были сварены. И вот такое количество соуса осталось. Это очень должно быть вкусно. Ну, что мне осталось сделать? Мне осталось только стирку разгрузить, потому что она постиралась. И, в принципе, все, помыть посуду. Я на сегодня свободна. На самом деле, сегодня был день разгрузки, когда я делала свои дела, которые мне очень нужно сделать было. И это как подготовка, чтобы мне было потом намного легче. Сегодня сделала дела, а завтра пойдем дальше. Поэтому сегодня с вами на этом буду прощаться. Сегодня был достаточно долгий влог. Пишите-ка вам, как такой формат. Мне будет интересно почитать и совсем скоро встретимся. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока. <связывая> пока-пока.